все оружие, но как бы это ни было, это победа для промышленности. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Ну, это понятно. Изучай. System survey complete. Situation log updated. Давай сюда, Сереж. Так, ну, давай-ка лучше... Ха. Ну и ладно. Evading hostile fleet. Hostile fleet engaged. Hostile fleet engaged. Опа-на. Это нам не по зубам, пацаны. Что-то погорячились мы. Молодец. Валим, валим. Валим, 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 валим. Блин, блин. Да вали ты уже. Evading hostile fleet. Construction complete. Debris analyzed. Так, все, типа. Никак, да? Ну, возвращайся, Филипп. Хотя, да, возвращайся. Ну, сигнал идет от остатков конструкции, похоже на антенну. На поверхности планеты корабля Урафал были отправлены исследовательские зонды, чтобы изучить все более подробно. Ведущий ученый Суре докладывает об обнаружении обширного склепа, который удалось легко открыть. Очевидно, это было последнее пристанище убежище для какой-то давно умершей расы инопланетян. Технологии у них были достаточно продвинуты, но, по-видимому, они так и не достигли звезд.
могли бы ожидать какой-то природной катастрофы, поразившей всю планету. Склеп огромен и вмещает тысячи черных ящиков, которые по результатам исследования на корабле Урафал являются устройствами хранения данных для расшифровки их содержания. Situation log updated. Олимп. Debris analyzed. Исследовать. Опять кто-то свалил, да? Ну да. Special project complete. Склеп представляет собой могилу для тех, кто надеялся стать бессмертным. Ведущий ученый Сурио отражает, что огромные блоки троичного кода, найденные в банках данных, являются нейронными изображениями, отсорванных сканограммами мозга. Очевидно, обитатели планеты Сидар-2 сочли, что это единственный шанс хоть как-то уцелеть. Если на них обрушится какое-либо бедствие, у них не было возможности воскресить себя, но они сохранили микроскопическую надежду, что со временем у кого-то другого такая возможность появится. Давай загрузим. Надолго. Debris analyzed. Research complete. System survey complete. Все, да? Угу. Пока что да. Печалька. По лидеру максимум лидеров. Фу-фу-фу-фу.
Construction complete. Не скоро. Construction complete. Construction complete. Больше, больше корытов. Раз, два. Ух ты. Ресурсов нет. Research complete. Вот и не нужны корыты, а? Сейчас в моде будут. Эсминцы. Construction complete. Construction complete. Construction complete. Thank you.
Ну ладно. Не скоро. Construction complete. Construction complete. Evading hostile fleet. Evading hostile fleet. Evading hostile fleet. Ships upgraded. Construction complete. Evading hostile fleet. Construction complete.
Construction complete. Сильнее. Давай сравним, сколько у вас. Меня больше зато. Слабее. Пидоры. Еще и вякать что-то, а? Construction complete. Construction complete. Construction complete. Construction complete. Ну, думаю, этого хватит. Что там по силушкам? Мощь. Ну, понятно. Construction complete. Construction complete. Кто сдох? Кто посмел? Ну, в принципе, не важно. 870, я готов. Задать жару. Research complete. Физическая лаборатория. Синий лазер. Помощь. Мне нужна помощь.
Отлично. Понеслась. Research complete. Сильные пидоры. Их, кстати, побольше будет. Машина. Hostile fleet engaged. Hostile fleet engaged. Наступаем. Situation log updated. Подкосили мы чуть.